Алексей Викторович, главный тренер ФК СПБ ГУП ТД. Алексей Викторович, только что закончилась игра, счет 1-1, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, наверное, скажу, что счет по игре. В первом тайме как-то потерялись мы, пропустили на контратаке мяч, могли еще парочку, хорошо вратарь сыграл. Но во втором, наверное, побежали вперед, перехватили инициативу. Забили хороший гол с штрафного, могли еще пару-тройку забить. Но и у соперника были хорошие контратаки, слава богу, они забили, так что ничья, наверное, по игре. Завтра предстоят не менее тяжелые игры. Как команда будет настраиваться после сегодняшнего? Да, выходя на поле, ставим всегда задачу победить. Но, к сожалению, коллективу несли травмы ведущих игроков. Но будем биться за очки. Спасибо, удачи вам завтра. Ждем красивой игры. Спасибо.